Листал я новостную ленту «Контакта» и наткнулся на интересную новость. В России резко поднялся спрос на Тетрис и Тамагочи. Решил я все-таки заказать Тетрис и Тамагочи, чтобы узнать, что же там такое можно купить за скромные деньги. Сегодня у нас будет обзор «Сами знаете на что». А пока я настраиваюсь, ты можешь подписаться на канал, поставить лайк и жмякнуть колокол. На канале можно найти множество рецептов, коктейлей, приготовления еды и обзоры на всякую интересную технику. Подписывайся! Пойдем, как всегда, по порядку. Первым же я затрону эмоции от покупки. Ну какие могут быть эмоции от покупки Тетриса и Тамагочи в 2022 году? Ну конечно же только ностальгические. Когда мне было лет 8-9, братья познакомили меня с Тетрисом. И когда я увидел, что могу управлять фигурками на дисплее, для меня это было просто взрыв эмоций. Я все лето проводил за этой приставкой. Даже цвет помню. Черный Тетрис. Здесь, к слову, есть не только Тетрис, но и танчик и много всего еще. Честно говоря, про Тамагочи мне сказать особо-то и нечего. Да, он у меня был, но в него я особо-то и не играл. Даже не знаю почему. Но ностальгические чувства все равно есть. Сборка у двух приставок посредственная. Сразу видно, что собирали на количество, а не на качество. Пластик очень плохой, на ощупь есть места, где он даже не обработан как следует. Коробка поставки Тетриса была немного испорчена, у Тамагочи с этим все норм, это я ее так открыл. Цена приставки 173 рубля, а Тамагочи стоит 176 рублей. За такие деньги, конечно, грех жаловаться. Как же можно использовать эти две приставки в 2022 году? Ну конечно же как декор. Я Тамагочи привяжу к своему рюкзаку и буду с ним ходить, а вот Тетрис теперь будет появляться на задних фонах моих технообзоров. Про функционал и применение говорить странно, все же эти приставки в 2022 году можно купить только ради ностальгии по прошлому геймингу. Если хотите танчики или тетрис или покормить пиксельного питомца, то на ваш телефон в App Store и Play Market есть куча подобных игр. Даже Apple Watch 3 серии не обделены подобными играми. Две батарейки типа ААА для Тетриса и для Тамагочи маленькие вот такие батарейки. Кто знает, как они называются, напишите в комментариях. В принципе, за 349 рублей вы получаете хорошие ностальгические чувства, плохую сборку у Тетриса и более хорошую у Тамагочи. Если покупать для себя, то долго вы им не пропользуетесь, забросите и уберете в шкаф. Если же хотите купить своим детям, то только как показать, во что твой папка играл, но не более. Так как если ребенок растет в обилии гаджетов и интернета и игр, интерес у него к этой приставке будет посредственным. Но если вы согласны с вышеперечисленным, то смело заказывайте и погружайтесь в ностальгию. Спасибо, что посмотрели данный обзор, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому ролику. Также меня можно поддержать напрямую через Тинькофф. Всем спасибо и до следующего обзора.